Пробудись, Кыргызстан, Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня пятница, 15 декабря, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа, мы сейчас обращаемся к Тебе в этой молитве. Новый день начинается, и прежде всего мы благодарим, мой Бог, Тебя за сегодняшний день, за дыхание жизни, за то, что мы смогли встать. Спасибо, мой Бог, Тебе за здоровье и за Твою заботу о нас. Мой Господь, мы нуждаемся в Твоем благословении, в Твоей силе. Благослови, мой Бог, сегодняшний день. Направь, мой Бог, нас. Дай нам мудрость, дай нам силу, чтобы мы могли поступать по вере и принимать правильные решения. Ты знаешь, мой Бог, все вопросы, которые нам нужно решить сегодня. Мы все отдаем Тебе и просим, чтобы Ты, мой Бог, нам помог. Господь, мы верим, что с Тобою мы преодолеваем все. Я молюсь сейчас за те, кто собирается уже рано поехать на работу. Прошу, чтобы Ты благословил, мой Господь, чтобы Ты защитил этого человека. Пусть, мой Бог, он увидит Твое благословение в своей жизни. Я молюсь, мой Бог, за те, кто поедет в город по делам, кто останется дома. Поставь, мой Бог, Твоих ангелов вокруг нас, вокруг нашей семьи, наших друзей. Защити нас от аварии, катастрофы, проклятия, от всякого плана дьявола. Мы аннулируем все планы зла. И мы по вере провозглашаем, что сегодняшний день для нас будет успешным и благословенным во имя Господа Иисуса. Мы молимся, Господь, за нашу страну. Благослови Кыргызстан. Благослови, мой Бог, нашу землю. Мы молимся за всех жителей нашей страны. Пусть, мой Бог, и здесь, в нашей стране, люди будут жить мирно, будут уважать друг друга. Да будет спасение, мой Бог, в нашей стране. Мы благословляем нашу землю во имя Господа Иисуса. Мы также молимся за другие страны. С нами молятся люди из разных точек этого мира. И мы просим, Господь, чтобы Ты их защитил, их семью. Мы молимся за мир, мой Господь, на Ближнем Востоке, за мир в Израиле. Мы молимся, Господь, за мир между Россией и Украиной. Мы просим, мой Бог, чтобы Ты защитил людей, которые находятся там в опасных местах. Господь, пусть эти конфликты прекратятся, да будет мир во имя Господа Иисуса. Это наша молитва Тебе, и мы все отдаем в Твои святые руки. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас, пожалуйста. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Будьте уверены
том, что Бог услышал нашу молитву и что Он уже благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса. Аминь. Обратите, пожалуйста, ваше внимание, я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. В Библии написано вот так. Иисус сказал: «Пославши меня, и есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Дорогие друзья, и здесь сам Господь Иисус открывает нам то, как нам нужно жить, как нам нужно вести себя. Он говорит ученикам: «Отец не оставил меня одного, ибо всегда делаю то, что ему угодно». И это слово для нас. И если человек хочет, чтобы Бог был с ним, то ему нужно делать то, что Богу угодно. Почему бывает, что человек думает, что Бог с ним, и бывает, что Бога нету там? Потому что бывает, что человек делает не то, что Богу угодно, а то, что людям угодно. Или иногда даже то, что угодно дьяволу. Дорогие друзья, хотите, чтобы сегодняшний день был успешным для вас? И не только сегодняшний день, но чтобы каждый день Бог был с вами? То делайте то, что ему угодно. Пастор, а как я могу знать то, что Богу угодно? А то, что Он открывает вам в Своем Слове. Сам Господь Иисус сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдает Мои заповеди». Тогда то, что написано в Слове Божьем, старайтесь исполнять и угождать Богу. Вы увидите, Он всегда будет с вами, и у вас все будет хорошо. Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. Если это слово вам помогло, ставьте лайк, чтобы YouTube предложил эту молитву другим людям. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, с какого города, с какой страны. И в ваш комментарий добавьте вот эту фразу: «Я буду делать то, что угодно моему Господу. Он всегда будет со мною, и у меня все будет хорошо». Аминь? Да будет так. Дорогие друзья, сегодня 18:30, главное служение, но также в 10 утра, 15:00, у нас служение за освобождение. Я хочу пригласить людей, которые проходят через проблемы в своей жизни, и вы говорите: «Пастор, мне нужно избавиться от этих проблем, от проклятия. Люди завидуют мне, желают мне зла. Я хочу избавиться от этого». Тогда мы вас ждем сегодня в Центре помощи Кыргызстана. В 10 утра, в 15:00, в 18:30. И если вы смотрите нашу трансляцию из других городов, вы не можете приезжать в Бишкек, тогда напишите нам на этот номер телефона, и мы отправим вам ссылку, чтобы вы могли участвовать в этом служении сегодня, тогда в 18:30. Хорошо? Дорогие друзья, пусть Бог вас благословит обильно, всю вашу семью во имя Иисуса Христа. Идем вперед. Хорошего вам дня. С Богом. До свидания. Господь, перед Тобою мой путь и жизнь открыты. Потерян я и слаб, прости меня, Тебя прошу. Я знаю, не